Всем привет! Вы на канале На кухне у Ланы. Сегодня хочу поделиться с вами тремя рецептами вкусных мясных котлет. Все рецепты буду готовить из разного фарша. Котлеты получаются очень нежные, сочные, ароматные. Рекомендую, приготовьте. Первый вариант. Приготовим котлеты из куриного фарша. В фарш добавляем яйцо, красный, черный, молотый перец. Добавляем соль и выдавливаем чеснок. Репчатый лук и твердый сыр натираем на мелкой терке. Добавляем панировочные сухари. Хорошенько перемешиваем. Фарш готов. Смачиваем руки водой, формируем котлеты. Вот такие круглые котлетки у меня получаются. Обжариваем котлетки на растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны на небольшом огне. Накрываем крышкой. И котлеты очень вкусно подают с кетчупом к любому гарниру. Сочные, нежные куриные котлетки готовы. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще больше вкусных, простых, интересных рецептов. Предлагаю второй вариант котлет. Фарш из свинины с говядиной. Булку поломаем, заливаем молоком. В фарш добавляем яйцо, смесь перцев, выдавливаем чеснок. Теперь добавим соль. Репчатый лук мелко порубим. Добавляем в фарш. Размоченную булку отжимаем и отправляем туда же. Хорошо все перемешиваем. Смачиваем руки водой и формируем котлеты. Эти котлеты я обваляю в панировочных сухарях. Обжариваем котлеты на растительном масле на небольшом огне, примерно минут по 5 с каждой стороны. Накрываем крышкой. Котлеты из говядины со свининой готовы. Сочные, ароматные, с хрустящей корочкой. Подаем с любым салатом или гарниром. Предлагаю третий вариант вкусных и сочных котлет. В фарш из индейки добавляем соль, яйцо, аджику. Натираем сырой картофель на крупной терке. Нарезаем зеленый лук, отправляем к фаршу. Хорошо все перемешиваем. Фарш получается жидким, добавляем панировочные сухари. Хорошо перемешиваем. Формируем котлетки, эти котлетки я обваляю в муке. Жарим котлеты на растительном масле на небольшом огне по 3 минуты с каждой стороны. Накрываем крышкой. Очень вкусные, нежные, ароматные, румяные котлеты из индейки готовы. Приятного всем аппетита! Напишите в комментариях, какой из этих рецептов вам больше понравился. Или предложите свой особый рецепт, и я его обязательно приготовлю. Если рецепты вам понравились, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну а я вам, как всегда, желаю хорошего настроения. До новых встреч на моем канале.